А перед просмотром данного видео я хочу всем посоветовать вот этот замечательный йогурт «Чудо персик манго дыня». Пей чудо с персиком скорей, а то получишь пиздюлей. Мое имя Конор. Мое имя Маркус. Это наша история. Здравствуйте, подписчики. Здравствуйте, зрители. Здравствуй, Пашенди. Здравствуй, Димыч. Здравствуй, Саша. С вами я, Кирилл, и 11-я серия прохождения Detroit Become Human. Андроид становится свободным. Становится человеком. В прошлой серии, на чем она закончилась, что мы застукали Андерсона в пьяном состоянии, он лежал, получается, просто на полу, мы привели его в чувство, привели его в ванну, там его, ну, в него полили водой, и он сразу пришел в себя. Нам нужно расследовать какое-то еще убийство, мы ждем Андерсона, пока он там проблюется в туалете, там в толчке просидится, я не знаю, что там еще сделать. Лучше подробности эти не обсуждать. В общем, что еще было интересного в прошлой серии? Мы, наконец-то, мы спаслись за Кэру и Алису. Получается, андроид тот, я уже забыл, как его зовут, по-моему. Лютик, я не помню, как его зовут. В общем, нас спас, он тоже стал свободным, благодаря нему мы выжили. А то иначе бы тот Златоуст, по-моему, его зовут, нас бы убил. Просто взял бы и убил. Нам просто повезло, что нас выручил тот андроид. Теперь нам нужно, получается, расследовать какое-то определенное убийство. Вот мы осматриваем револьвер или магну Андерсона, который у Андерсона и лежал, собственно, в руках. Лучше ничего не говорить. Пусть он пока проблюется. А то напиздился, а мы теперь за него все расхлебывать. Нет уж, Хэнк, давай вместе будем во всем разбираться. Так, тут у нас играет на плазме баскетбол. Тут какое-то фото. А вот и Хэнк. Не волнуйся, Сумо. Я ненадолго. Скажи спасибо своей собаке. Блин, могли бы все в прошлой серии это завершить. Чего же я не завершил-то? Ну да ладно. В общем, Хэнк проблевался там. Теперь, наконец-то, мы можем дальше идти и расследовать дело. Хотя, с другой стороны... Вообще, по идее, не надо. Ему надо хотя бы отоспаться ночь. Но раз он так хочет, то пускай хочет. Что уж поделать. 6 ноября. Запустил все вроде от администратора и программу, и игру. Надеюсь, не будет никаких вылетов, зависаний и прочих хуйни, народ. Так что извиняйте заранее. А вот и девианты. Если поймают, нам конец. И что теперь? Теперь ищем склад Киберлайф. Там будут запчасти, голубая кровь. За мной. Так, ну что же. Пошли искать запчасти за Маркуса. Не знаю, народ, получится ли у нас или не получится. Вообще без понятия. Так, давайте, я забыл посмотреть. Так, 28. Так, ну где-то еще полчасика поиграем, и нормально. В то время не особо много, еще на работу нужно идти, сдавать все экзамены, все прочее, сейчас даже... Нельзя им показываться. Немножко не до их. Так, тут какой-то стелс появляется, тут какие-то... Просто, короче, бежим за бандой и не показываемся никому на глаза, никому лишнему на глаза, так скажем. А я буду в это время пить свой чудо-йогурт с персиком. Я же не хочу пизделей получить. Так, и что мы ждем? Чего мы ждем?
А непонятно, чего мы ждем. Осторожно. А, тут эти. Ходят. Охрана какая-то. Найду другой путь. Какая-то охрана, короче, пиздец. Добраться до склада Киберлайф, следовать за мной. Ну, не так, в принципе, уж и сложно это делать. А эта локация мне чем-то напоминает локацию в Resident Evil 5 в одной из глав. Там тоже была похожая локация на корабле. Да, там тоже было. Ну, кто играл в Resident Evil 5, те понимают, о чем я говорю. Там была похожая локация, там мы тоже с ним судно на предмет. Вескер, ну не суть, это другая игра, не буду лишнее рассказывать. Мы играем в Детройт. Поэтому нам нужно сейчас искать запчасти, голубую кровь. Нам напомнили наши персонажи, а вот куда бежать, не понятно. А, туда. И ни в коем случае не отставать. Маркус, в каком случае. Куда залезать-то? Следовать за Саймоном. Да куда тебе несет? Куда залезать-то, мать? Объясни мне. Мать. А, вот, наверное, сюда забегали. А, нет. Маркус, туда. Опять про тупую. Я хер что вижу, сейчас на улице солнечно, светло, тут темно. Конечно, я не понимаю, что тут, как. Можешь. А, прыгать надо. Прыгать, просто прыгать. Ну, понятно, ладно. Дальше куда? Дальше куда? А, туда. Понятно. Я хер что вижу, народ, серьезно. На улице светло, пиздец. А здесь темно. И я, блин, у меня же монитор стоит напротив окна, и я поэтому хер что вижу. Когда светло. Склад впереди, почти пришли. Но это не девианты, которые от нас убегают, как в случае с Коннором. Поэтому мы в миссию не провалим. Они нас по-любому подождут. Поэтому можно не переживать. Катсцены тут, блин. Можно катсцены порой перепутать с геймплеем, блин. Раз. А вот все. Прибыли почти. Это склады Киберлайф. Там все, что нам нужно. Сперва надо убрать дрон. Давайте я. Тебя никто за язык не тянул, дружок. Так. И вас заметят. А, ну чтобы понять, как мы будем двигаться, чтобы нас не заметили. Ну понятно. Собственно, понятно. И что? А, вот как. И что нужно делать-то? Так тут один исход-то. Что делать-то, не пойму. Может как-то по-другому? Сейчас попробуем, посмотрим. Так тут нет других... А, вот, есть другой вариант, блин. Напрыгиваем сюда. Что ж? Так, дальше. Дальше, что дальше? Ага, так. Слишком высоко. И чё? И чё? Чё делать-то? Вернуться обратно? А, может быть сюда? Ну а как иначе? Тут только три варианта. Там, блин, палевно, там высоко, там тоже высоко. И что теперь делать, хуй поймешь. Тут никак, тут никак, тут никак. А как еще иначе? Может, ты откажешься? Может, он другой это сделает, Маркус? Не, ну правда, что делать-то? Так. Ну вот же нажимаю. А, вот так, наверное. Точно.
слишком далеко. Ну и что дальше-то? Опять вернуться надо, походу. Выбрать другой вариант, ничего не понимаю вообще, в принципе. Давайте попробуем что-то. Слишком высоко, там мы натянемся, там то, там все, блин. Там обосрался. Короче, я не знаю, что делать дальше, в принципе. Может, еще раз что-то попробовать? Вас забить. Здесь что? Слишком высоко. Да ёб твою мать, что делать надо? По-любому налево что-то делать, по-любому. По-любому что-то налево. По-любому что-то да налево. А что вот дальше делать? Понятно. Здесь слишком высоко. Здесь, блядь, чё? Здесь далеко. Может, как-то по-другому прыгнуть. Не знаю, народ, честно, я не знаю. Какая-то запутанная. Какая-то запутанная местность. А, может, сюда надо? Чё так сложно-то? Наконец-то. Быть не может. Разобрались, что делать. Я даже не верю. Блядь. Я жру, блядь, он мне... Ты цел? Да, да, порядок. Неплохо, Маркус. Быстро, хоть что-то. От соси еще не ушел. Мать. Ладно. Не знаю, та девушка довольно-таки прикольная. Мне она нравится. Что дальше? Отыскать. Добыть запчасти. Отыскать ящики. Вот ящики стоят. Что здесь отыскивать? Здесь так все понятно. Так, раз. Не понял, синяя кровь или что это такое? Голубая кровь, или что это? Ну это у андроидов, у них голубая кровь, насколько я помню. Блять, я же запрялся на пиджаке, я уже не могу. Незаконное проникновение на частную территорию. Ты пошел ты нахуй, ты слушаешь. Разрешайте правонарушение. Да иди база. Ты, блядь, уходи, я пока я тебе не разозлился, блядь. Съебывай отсюда. Люди не видел. С. Д. И чё? В. Верно, что ты делаешь? Я же сказал! Чего встал столбом? Врубай тревогу! Долбоёб, блин. Через завод, быстро! Ну я чё делаю? Это продолжение третьего. Чё, блядь? Маркус, что ты делаешь? Быстрей! Я нажимаю на Б! Чё ты, блядь, встал? Ты тормоз, что ли, блядь? Беги! Сука! Взял, встал, блядь. Я нажимаю на В, он, блядь, не бежит. Чё за хуйня? Хуйня какая-то, блядь. Я нажимаю, блядь, на В, он встал, блядь, стоит. Что случилось? Норд за тобой вернулась. Мы успели сбежать до прихода людей. Мы бросили рюкзаки. Почти ничего не добыли. Чтобы спасти всех, не хватит. Чё я, блядь, сделаю, если клавиатура что-то затупила, блядь? Я нажимаю на V, он, блядь, стоит. Я не знаю, почему такая хуйня проросла по Шенди. Расскажи мне, объясни, чё за хуйня? Вот, сейчас все работает. Вот, сейчас я перемещаю клавиатуру, все работает. Вверх, вниз, вот перемещаю влево, вправо. То есть, я, получается, он встал,
Я нажимаю на V. Он, блядь, стоит дальше, сука. Думаю, может, клавиатура у меня зависла. Нихуя, нихуя, нажимаю на V. Нажимаю здесь на V, перемещается все вверх, вниз, влево, вправо. Чё за ху... Может, что-то на другое надо было нажать. Я не знаю, что надо было нажать, но какая-то хуйня произошла. Короче, отряд не справился с заданием. Потому что под конец у меня заглох... Чё-то какая-то хуйня произошла, он ничего не делал, Маркус. Не бежал вперед, блядь. За Конора повезет больше. Мне череп как будто сверло буравит. Это точно здесь. Адрес был в рапорте. Ясно. Ну ладно. Тогда пойдем. Господи. Пить меньше надо. Напиздился, блин, пришел. Программный сбой. Так, Конор, давай хоть ты не тупи, пожалуйста, как это было с Маркусом, пожалуйста, я тебя прошу, я не хочу еще за тебя завалить. Самые горячие кибердевочки. Тебе поэтому сюда так приспичило? Да, представь, я тоже люблю вас. Не суть, ладно. Ничего себе. Я уже представляю, блядь, Ну что за хуйня, ты что так лагает? Прогружайся нахуй, не тормози. У меня же не отберут лицензию, а? Так, не тротлить. Проц, не тротлить, понятно? Так. Это андроиды или это настоящие девушки? Просто интересно. Конор, ты что там делаешь? Иду, лейтенант. А что он может делать, уставившись на девушку? На полуголую. Пока идет расследование. Ой, блядь, только не это. Только не это. О, Хэнк. А вот это уже нормально. Что у нас тут? Вон тот номер. Идти за Хэнк. О, да, кстати, Гевин тоже там. Прекрасно. Труп и говнюк. Дивный вечер. Ну пошли, чё. Лейтенант Андерсон и его заводная кукла. Ну и чё вы припёрлись? Мы занимаемся всеми делами по андроидам. Да ну, зря тратите время. Тут так, придурок, который себя переоценил. Но мы всё равно посмотрим, если ты не против. Ладно, пошли. А то тут уже перегаром пахнет. О-о-о! Всех обосрал! Всех обосрал. Вот это надо ему пизды как хорошенько вставить. Выёбывается, блядь. Выёбывается, мужлан. Это, блядь, непростимо. Я вон даже попал случайно йогурт на стол. Сука, мне разозлил. Я пизды ему вставил бы себе хорошенько. Может, ну, блядь, ему выёбывается, блядь. Стоит, мужлан, ебан. Ну, не суть. Заставит материться, блядь, меня. Таких мужланов только пиздить, больше ничего не надо. Работает в полиции и так себя ведет, блядь, своими коллегами. Да пошел он, блядь, совсем. Короче, давайте осмотрим эту комнату. Наверняка он так все на отъебись сделал, лишь бы там к нему не придрался никто. Мы здесь все сделаем потщательнее, давайте осмотрим все. В правах написано Майкл Грэм. Изучить. Тут кредитки и наличные. Стать. Давай изучим. Что-то жены и двух дочек. Голубая кровь. О, Конор, мерзость какая. Мне бы тут не сболевать. Ну, голубая кровь, я и говорю. Процесс диагностики. Так, тут что, давайте этого осмотрим. Прошмандовца, так, что там происходит? Я уже не понимаю. Улики. Раз. Остановка сердца. Два. Большой кровоподтек. Что-то я не знаю, народ, что за хуйня. Во время, когда я зашел в этот клуб, мне начало тормозить. Я не знаю, что за хуйня.
Может, тут какие-то отдельные шейдеры, я хрен его знаю. Майкл Грэм, рост 108. Да кому, блядь, интересен его рост и вес, блядь. Предоверное время смерти, 524. Блядь, реконструировать забыл нажать. Посмотреть. Нажми реконструировать. Реконструировать, да. Так. Ну и чё? А, двигаться. А тут что, можно реконструировать? Нет. Ну вообще одна реконструкция, все. Раз. Ну вот так вот, да. Это был не сердечный приступ. Его задушили. Да. Я видел синяки на шее. Мало ли, может он, ну, пожестче любил. Ну, скорее всего, кто не любит пожестче. Он выпили. Ты можешь прочитать память андроида? Вдруг что прояснится? Память андроида? Так это попробуй. Мужик был андроид? Народ подлагивает, не знаю, что происходит. Что такое, я без понятия, почему такая хуйня. Прот стротлит, я не знаю, что за это. Просканировать его память. Ну и что делать-то? А, здесь. Да что, народ, происходит, все сокроет. Присоединиться. Требуется реактивация. Для доступа к памяти ее необходимо реактивировать. Ну ты можешь? Она сильно повреждена. Я все могу. Если и смогу, то на минуту, а то и меньше. Успеть бы за это время хоть что-то узнать. Я тебя реактивировал. Все в порядке. Этот... Он мертвый? Как все случилось? Он начал... бить меня. Снова. И снова. Ну да, она проститутка, она андроид. Ты так и знал. Ты его убила? Нет. Нет, это не я. Вы были одни в комнате? Больше с вами никого не было? Он хотел играть с двумя девочками. Серьезно? Так он сказал, у нас было двое. Куда делась эта машина? Она что-то сказала? Ну, пиздец. Была еще одна машина. Больше часа прошло, она уже давно скрылась. Нет. В таком виде сложно уйти незамеченной. Она... может быть, еще здесь. А девиантов среди местных андроидов ты вычислишь? Девиантов сложно вычислить. А, черт. Должен же быть способ. Может, свидетель, кто видел, как она выходила? Я пойду расспрошу менеджера, узнаю, что он видел. Будут какие идеи, сообщай. Так, сейчас, народ, секундочку. Так, продолжаем. Я свернул на рабочий стол игру. Свернул, короче, игру на рабочий стол. Посмотрим, может, сейчас пройдут тормоза. Посмотрим. Какие-то, блин, мелкие рывки. Это так бесит, так бросается в глаза. Сейчас, короче, получше. Второго андроида. Короче, как мы понимаем, получается, к этому чуваку еще вторая девочка приходила. Андроид свидетель. Чё? А куда идти-то? Где его искать? В чём, быстро, что ли? Или его? Или кого? Кого надо искать? Конечно. А, может, здесь? Слушайте, за это ведь наш клуб и уважают. Мы тактичны. Может, у него надо спросить? Не суёт вас дела клиентов. Чё, не пойму, конечно, куда вообще идти, что делать. Тут должно быть показано, по идее, дойти. Но пока я не понимаю. Да, не жалуемся. Ведь я покажу андроида. Второго андроида. Где, блядь, его искать, второго андроида? Если они не разносят, то и
Я вам еще раз повторюсь, я что, выстрел, что ли, или как? А, вот, 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 вот. Чтобы получить доступ к андроиду, нужен человек. Андерсон подойдет. Извините, лейтенант. Вы не подойдете? Нашел чего? Возможно. Давай. Да не спросить Хэнка, а просить Хэнка. Арендуйте эту трейси. Да ты охренел, что ли, нашел время? Я прошу вас. Это важно. Что может быть лучше андроида? Девушки. $29.99. Подтвердите покупку. И как я потом буду объяснять расходы? Покупка совершена. Клуб Рай желает вам приятного. Да, пожалуйста. А вы красавец. Я вас отведу. Да, такая азиатка, конечно. Мне бы тоже приглянулось. Охренеть, Коля. Ты что делаешь? Так, давайте реконструируем. И чё? Чё делать-то надо? Я не понимаю. Чё делать-то? А, вот. Так, так. Тут все чисто. Так, а дальше-то что делать? Может, надо что еще найти? Какие еще улики там, я не знаю, что найти? Я запутался, мне... Чуждены эти... Все эти вот обследования андроидские, вот эти вот все непонятные. Ну и что дальше-то? Тут ничего, тут ничего. Ну и что, рожа этого какого-то мудака, а что дальше-то? Я не пойму, что, о чем это говорит-то? Короче, по пунктам. Раз, два, ничего нет, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10 11 12 13. Направилась к выходу. Трейси синими волосами направилась к выходу. 14 15 16 17 18. Так, где-то здесь, короче, улики вон даже вычерчены. Черные линии непонятные. Скорее всего, здесь и нужно искать, только вот я пока не понимаю. Ну и где что искать-то? Рожа мужика какого-то. Так, так, так. И ничего не понятно. Ну, что-то было ж что-то. Трейси направилась к выходу. Ну. Ничего не понимаю. Ты за ней смотри, блин. Они. Может, выйти надо уже? А, ну все, мы вышли. Что-то... Она ее видела. Это в смысле? Что видела? Там была модель Трейси. С синими волосами. Клуб стирает андроидам память каждые 2 часа. У нас несколько минут на поиск свидетелей. Посканировать. Алло, а сами что-нибудь? Давайте вот это. Надеюсь, это все не так. Так.
Так, надеюсь, там дадут хоть что-то, потому что время мало осталось. Машина видела эту Трейси и куда она пошла? Ну что, застыл? Подрочили, да быстрее, бежали. Откуда тебе знать, кто из них видел именно эту Трейси? Я знаю, куда она ушла. Теперь надо найти там какого-нибудь андроида. Куда идти-то? Сюда, по-моему, идти. Понятно, куда идти пока. Нет, не сюда. Может, сюда? Может, сюда идти, кстати? Да, действительно, сюда. Осталось 2 минуты. А дальше-то куда идти? А дальше, походу, туда идти. Ой, блин, что-то меня мучает уже эта игра, народ прям реально мучает конкретно. Мучает конкретно, непонятно. У вас есть идеи получше, я слушаю. Это хоть что-то даст, если мы сюда пойдем? Похоже, что ничего это не даст. Блин, я не хочу переигрывать, а я не переиграю, потому что мне по Шенди не разрешит. А, я не хочу проигрывать, блядь! Что делать, нахуй? Ну и чё, блядь? Я не понимаю. Подозреваем из книги. Ничего полезного. Где-то я ошибся. Это уже самое дорогостоящее расследование в моей карьере. Похуй, давай быстрее, время идет. Нужно всех их изучить, чтобы все понять. Тоже нихуя. Проверяем дальше. Времени мало осталось. Блять, 1.5 минуты. Быстрее, Хэн. Хорош там тормозить. А вот еще, вон еще. Давайте того еще проверим. Вот, присоединиться. Может, она видела? Может, она нам скажет? Красную комнату. Сюда нам надо. Сюда нам надо. Вот, давайте этого посмотрим. Ебать, как быстро все. Дискотека, блин. Ну, другого андроида, что это тут делать? Пока поймешь, блин. Ничего полезного. Где-то я ошибся. Давай быстрее, Хэн, телепортируйся быстрее. Вот еще какая-то секси девушка стоит. И что? Что? А, блядь, нихуя ничего полезного нету. Нет. Я снова потерял след. Собака, что ли, след теряет? Все у тебя нормально там будет. Конор, не бойся. А, вот. Пошла в синюю комнату. Дальше-то что? Ну, в синюю комнату пошла. Дальше-то нужно в синюю комнату идти или дальше с ними базарить. С этими. Да нет, надо в синюю комнату идти в какую-то. Вот, наверное, туда надо идти точно. Сейчас все будет.
Времени мало осталось, блядь, быстрее, быстрее пошли. А тут еще дохуя стоит этих андроидов. Да ёб твою мать. Мы так не успеем. Мы так не успеем. Не, серьезно. Ну? Стоп. Да ёб твою мать, да блин, ну народ, ну времени мало, ну блядь. Слишком поздно. Всем андроидам стерли память. Если кто и видел тут рейс, уже не узнать. Это я виноват. Был медлителем. А я уж было подумал, что от тебя будет польза. Пошли отсюда. Мне тут не по себе. Ну заебись, чё, в кавычках, неудачный день. Все проебал, что с Коннором проебал, что с этим Маркусом проебал. Ну, такая вот хуйня, задание провалено. Такая вот хуйня. Да, что-то я как-то сходу не понял. Что я думал, что нужно куда-то идти в какое-то конкретное место. И только потом, спустя минуты две, только разобрался, что нужно этих андроидов ближних расследовать всех, их сканировать, чтобы от них как-то узнать, что делать вообще дальше, в принципе. В общем, народ, неудачный сегодня вообще день какой-то в плане Детройда. Надеюсь, что это только в плане Детройда, а не во всем дне. Ну все тогда, это самое. Доходим до еще сохранения, автосохранения одного, и мы заканчиваем. Может, хоть за Кэру Самисона? Бог с ними, с этими Маркусом, Коннором. Давайте хоть за Кэру Салиса, может, повезет. Я никогда не видела снега. Красивый. Из-за него не разгонишься. Но зато так меньше шансов встретить людей. Тут и оно. Далеко нам еще? Еще час или около того. Повезло, что у Златка есть машина. Алиса не дошла бы по такому холоду. Заметил ее в гараже. Никто бы не дошел. Не знаю, ездил ли он на ней. Никто бы не дошел по такому холоду. Чего, блядь? Ты смотри, не взорвись машину. Мне кажется, дорога. Похоже, дело плохо. Посиди в машине. Сейчас дадим до сохранения и, наверное, хватит, пока ничего нет. Ну вот, зимой, собственно, исследуем. Напоминает Ray Village. Там тоже была зима, кстати. Немножко. Так, что надо сейчас делать? А, вот, открыть. А, изучить неисправность. Точно, нужнее же неисправность. Что будем делать? Не знаю. Видимо, пешком идти. Я не различаю. Алиса не дойдет. Где катсцены, где геймплей? То не в катсцене, то не в геймплее, я хрен пойму. Здесь ночевать негде. Найти убежище. Неисправность, такая вот хуйня. Да, такое возможно, такое бывает. Лютера, где... Кэра, к сожалению. Вам повезло, что у вас просто машина заглохла и не едет, а не взорвалась, как в случае с тем автобусом. Ну, не буду говорить. В реальной жизни, блядь, причем. Ладно, так, найти убежище. И где, блядь, мне его искать? И что, выслушать это убежище? Где искать убежище? Может, поговорить с этим? Короче, пойдемте просто вперед. Тут просто железнодорожная станция.
просто пойдемте, короче, вперед и вот так. То есть налево мы пойти не можем, направо, скорее всего, тоже. И где мне что искать, я хрен поймешь. А, наверное, здесь снимусь. Да, вот. Наверное, сюда куда-то. Да, такую погоду я просто терпеть не могу, на самом деле. Просто жесть. Вон там. Вы отчаянные, ребятки. Что за Last of Us такой? Надо всё. Найти убежище. Спрятаться от холода. Похоже, тут... Все, иди. Все, прошло сохранение. Народ, значит, что я могу сказать по поводу сегодняшнего прохождения? Недостойное получилось сегодняшнее прохождение. Я что-то как-то, не знаю, сходу не разобрался. Ни с Маркусом не разобрался. Ну, ладно, с Коннором виноват я. Я там замедлил, я не стал вовремя всех опрашивать, всех тех андроидов. Моя вина. Но в случае с Маркусом я свою вину не признаю, потому что я нажимал то, что надо. Он встал, ну, готовится к бегу, я нажимаю на В, он, блядь, стоит дальше. Я нажимаю еще раз на В, он стоит дальше. Я нажимаю на В пятый раз, он что-то там чуть-чуть пробежался и снова остановился. То есть я не считаю себя виновным в случае с Маркусом провала. В случае с Коннором, да, я виноват, да, согласен. В случае с Маркусом я не виноват. Посмотрим, что будет за Кэру с Алисой, но это уже в следующей серии. Мы попали в сильный пурган, в сильный снегопад, видимо, зима, видимо, декабрь, ноябрь, этот декабрь, январь, скорее всего, это уже жесть полная, народ, это капец. Надеюсь, мы найдем убежище, потому что машина заглохла, хрен его знает, что, какие запчасти, в принципе, нужны для того, чтобы она поехала. К сожалению, мы вынуждены искать место пребывания там, где мы остановились, и никак иначе. Ну что же, в следующей серии мы этим и займемся. Я очень, ну, извиняюсь за то, что такая серия сегодня получилась. Ну, бывает. Ничего не бывает идеальным. Всегда ж что-то когда-то рано или поздно бывает, происходит хуйня. Это мягко говоря. Вот, кратко говоря. Ну что же, это была 11-я серия Detroit Become Human. С вами был я, Кирилл. Вот. Я желаю вам всем успехов, всем удачи. Всем пока. Надеюсь, следующая серия уже будет нормальной, я не буду тупить и буду уже все понимать. Ну, вы представьте, 11 серий прошло, а я до сих пор в некоторых моментах не понимаю, что, блядь, делать. Представьте. Ладно, все. Увидимся, друзья.